Девушка с крыльями. Пять пальцев на руках, пять пальцев на ногах. Это какой-то металл, наверное, медь. Но это не точно. Ой. Внимательно, смотрите, все как идеально. Кутикулы срезаны. Опа, вот здесь что-то было в руке. Видите, да? Отверстие, и что-то осталось еще. То есть она что-то держала, возможно, цветочек, возможно, еще что-то. А возможно, еще что-то вверх направленное было. Видите, вот так это не сделано. Замерла. Замерла жизнь. Ее делали уже под памятник, именно под этот. Здесь как филигранно. Понимаете, уровень такой был технологии у наших предков. Если верить надписям, градеет час, егда мертвей, о, услышат глаз сия Божия, и о, услышавшие оживут, понимаете? То есть оживут, все-таки все хотели сюда вернуться, потому что вернулись. Вот тут звездочка какая, смотрите. Звездочка. Вот это шедевр, просто подгонка, смотрите, какая там все у меня. То ли подставочка была какая-то, то ли что-то такое. О, это просто от меня все эти усопшие. Вот интересно мне, что я буду сделать. Девушка, стрижка такая, не длинноволосая, но кучерявая. И крылья из спины у нее растут. А если ангелы эти на самом деле были? Или люди вот такие с крыльями? Смотрите. У нее и руки, получается, были, и крылья. Так. Сергей Игнатьевич Сазиков скончался 23 марта 1880 года, 57 лет. Кстати, вот сейчас пролет. Здесь Анна Александровна Сазикова скончалась 24 августа, 65 лет. И, по-моему, где-то на мини-Пожарском такую мы букву видели. Лет. Совпадение? Может, что-то здесь было, убрали. Почему-то, зачем-то, непонятно. Тут какая-то маркировка. Вот трещина была, видите, он, видимо, тяжелый был. Но дальше не пошла. Опять же, грани какие. Ну это уровень, фасочка снята. Идеально все. Здесь не надо было снимать, они не снимали, а вот здесь надо, сняли. Да, что я еще не видел, интересно. Глаза сейчас покажу вам ангельские. Смотрите, какой точностью исполнено. Представляете, если на самом деле они жили, такие люди с крыльями. Ну и не люди, кто это был. Шедевр. Просто шедевр.